У тепличного появится свой собственный бюджет. По словам мэра Александра Сина, из городской казны ежегодно будет выделяться отдельная сумма для нужд жителей поселка. Видеть представителей муниципалитета в своих краях для жителей поселка Тепличный было и радостно, и странно. Ведь сюда крайне редко заезжают представители городской власти. А тем временем проблем в Тепличном хватает. Решить их отчасти можно, создав комитет самоуправления. Я сегодня предложил жителям, они поддержали формулу, что они создадут здесь такой комитет самоуправления. И мы будем ежегодно выделять 3 миллиона гривен на решение проблем этого поселка. И люди вместе с районной администрацией и квартальными сами определят, куда эти средства необходимо направить. Но самое главное – это ситуация с мусором. По словам жителей Тепличного, коммунальные службы сюда не доезжают. Крайне удивила информация о том, что с мая месяца ремонтис не вывозят здесь мусор с домов частного сектора. И это провоцирует людей на то, что они этот мусор каждый утилизирует, как он считает нужным или как у него позволяет его возможность. И это реально загрязняет поселок. Этот вопрос должен решиться в ближайшее время. Тем временем городской голова намерен объехать все поселки Запорожья, ведь в горсовете отмечают, проблем накопилось немало и их нужно решать.